Дежурная часть Брестского отдела внутренних дел на транспорте. Тем, кто следит за порядком на стальной магистрали, помогают видеокамеры. На Брестском железнодорожном вокзале их свыше 100. Воровство, мошенничество, нелегальная торговля, движение транспорта, пассажиропоток, оставленный багаж. Железная дорога – зона повышенной опасности, поэтому система видеофиксации необходима. Ежедневно транспортная милиция отправляется и в рейды по поездам и электричкам. Под сопровождение взято дополнительное количество поездов. На выходные разрабатываются маршруты по сопровождению, несмотря на то, что упал пассажиропоток в связи с эпидемической обстановкой в стране. Брестским УВДТ проводится усиленная работа по сопровождению поездов. То есть сейчас начинается дачный период, сезон отпусков и каникул, поэтому сотрудники Брестского УВДТ при отработке поездов уделяют на это все внимание. Сегодня все наряды сопровождения экипируются средствами защиты – масками, перчатками, индивидуальными дезинфекторами. В каждом вагоне также установлены средства для обработки рук. Не менее ответственно к мерам профилактики относятся и сами пассажиры. Я забочусь не только о себе, а о людях окружающих. Потому что маска в основном защищает не меня, а других людей, которые рядом со мной. У меня уже и возраст. Переживаем за себя и за других, чтобы не заболеть и чтобы других не заразить. Также в целях предупреждения и профилактики несчастных случаев на железнодорожных путях сотрудники службы Брестского отдела внутренних дел на транспорте проводят специальные комплексные мероприятия по профилактике травматизма. Профилактические рейды у нас проводятся в отделе на постоянной основе. Мы постоянно выезжаем в места, где самое больше у нас имеются несанкционированные переходы граждан. И проводим с ними профилактическую беседу. В прежнее время у нас дети находятся дома, родители на работе, и хотелось бы к ним обратиться, чтобы они смотрели своими детьми. Сейчас в последнее время выявляем часто несовершеннолетних, которые находятся на железнодорожных путях. Станции Брест-Полесский, Брест-Восточный и Брест-Южный – это наиболее проблемные места. Помните, ходить по железнодорожным путям законом запрещено. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. Штраф от 2 до 4 базовых величин.